Сообщение о задымлении в диспетчерскую пожарной части поступило примерно в полдень. На место происшествия сразу выехал пожарный расчет. Однако возгорание было потушено работниками предприятия еще до приезда огнеборцев. Как выясняли позже, причиной пожара стало несоблюдение рабочими предприятия пожарной безопасности. В результате разведки выявили, в одном из цехов был демонтаж оборудования предприятия завода. То есть выпиливали болгаркой металл, разрезали, готовили его перемещать в другое место. Ну и в результате резки металла произошло воспламенение пенопласта, таких остатков производства. Сотрудники пожарной службы обследовали кровлю, цеха и электрооборудование. Во избежание подобных случаев для рабочих провели краткий инструктаж. В целом специалисты отмечают, в этом году в Приднестровье количество пожаров уменьшилось на 20%.